Одним из наиболее значимых направлений в работе судебных приставов по Ростовской области является принудительное исполнение судебных актов, связанных с алиментными обязательствами, от которых чаще всего уклоняются мужчины в возрасте от 24 до 49 лет. Делятся такие должники на несколько групп. Тот, кто платит минимум, неплатежеспособный, либо злостный неплательщик алиментов. По этим трем категориям судебный пристав-исполнитель имеет право на принудительное взыскание. Имеет право ограничить должника в пользовании им специальным правом. Также имеет право ограничить его выезд за пределы Российской Федерации, имеет право наложить арест на его имущество, которое будет ограничено в обороте. И при неоплате, последующей неоплате, имеет право применить к этому имуществу дальнейшее, реализовать его с торгов. Нередко должник имеет иной заработок, намного превышающий официально заявленный. В таких случаях судебный пристав имеет право привлечь должника к административному наказанию по статье 5.35. Санкция этой статьи предусматривает арест до 15 суток, а также назначение обязательных работ в размере до 150 часов. Если и в этом случае не исполняются обязательства должником, то должник привлекается к уголовной ответственности по 157 статье УК РФ. Согласно этой статье, должника можно привлечь к исправительным работам на срок до 1 года, арестовать до 3 месяцев, а самым злостным неплательщикам может грозить лишение свободы до 1 года. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.